Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на канале Лабытнанского телевидения. В студии Андрей Симоненко. Предлагаю обзор событий. Вначале коротко о сегодняшних темах. Сегодня, 28 марта, на Ямале стартует подача заявок на летнюю кампанию в детские оздоровительные лагеря. Поддержите экологическую идею и выиграйте в лотерею. Идет второй этап реализации окружного проекта «Чистый Ямал». Активисты «Молодой гвардии» партии «Единая Россия» и представители местного отделения организовали флешмоб в поддержку российских солдат. 5 лет со дня образования отмечает Лабытнанское хуторское казачье общество. В Лабытнанге разыграли кубок золотой шайбы. На льду «Авангарда» спортивные баталии не утихали 5 дней. В воскресенье в спорткомплексе «Полярный» прошел последний тур Заполярной лиги по мини-футболу. Победил «Восход». Полномочный представитель президента Владимир Якушев провел совет с губернаторами регионов Уральского федерального округа. Речь шла об обеспечении социально-экономической стабильности на территории округа в условиях санкций, ситуации на рынке труда. Во всех регионах Уральского федерального округа созданы штабы по повышению устойчивости социальной сферы и экономики. В их задачи входит оперативная реакция на возникающие проблемы в отраслях и условиях санкционного давления. На совещании отмечено, что органы исполнительной власти совместно с Генпрокуратурой и территориальными управлениями Федеральной антимонопольной службы реагируют на такие нарушения законодательства, как злоупотребление доминирующим положением, заключение антиконкурентных соглашений, в том числе направленных на необоснованное повышение цен. Кроме того, действуют меры, введенные правительством России, запрет на экспорт сахара и зерновых, финансовая поддержка хлебопеков. Кроме того, речь на совещании шла о поддержке малого и среднего бизнеса. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил на заседании, что в округе в дополнение к федеральным мерам принят окружной пакет мер поддержки бизнеса. Он включает перенос срока уплаты налогов. Также предприниматели могут воспользоваться кредитными каникулами в центрах «Мой бизнес» до 6 месяцев и получить льготный займ по ставке 9,5% годовых. Большое внимание уделили ситуации на рынке труда. По данным на 18 марта, роста безработицы в Уральском федеральном округе нет. Сегодня, 28 марта, на Ямале стартует летняя заявочная кампания в детские оздоровительные лагеря. Это этап подачи заявок от родителей. В этом году юные ямальцы отправятся на отдых в Республику Крым, Краснодарский край и Тюменскую область. Ознакомиться с программами и подать заявку можно на портале leto.yanao.ru. 28 марта – старт для льготных категорий граждан, а с 4 апреля – для всех. Этим летом за счет средств окружного бюджета смогут отдохнуть 6,5 тысяч детей. В прошлом году в детских центрах побывали около 6 тысяч человек. В этом году увеличилось количество путевок лагеря Черноморского побережья по сравнению с 2021 годом. По инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в оздоровительной кампании этого года предусмотрен ряд нововведений. В августе будет организована специальная инклюзивная смена для детей с особенностями здоровья. Организовать ее губернатора попросила многодетная мама из Салехарда. Смена пройдет на базе детского центра «Олимпийская ребячка» в Тюменской области. Поехать на нее смогут дети, которые могут сами себя обслуживать. В смене примут участие 40 детей с особенностями здоровья. Всего же в ней будет 120 ребят. Кроме того, дети, как и раньше, могут подавать заявки на отдых во всех остальных лагерях. Еще одним нововведением станет расширение льготных категорий. С такой просьбой к главе региона в социальных сетях обратились родители. Это дети из семей ветеранов боевых действий. Ямал – один из немногих регионов России, предоставляющих отдых и оздоровление для детей полностью за счет бюджетных средств. Родители оплачивают только проезд к месту отдыха и обратно. В этом году продолжится практика ПЦР-тестирования детей и сопровождающих. Эта услуга абсолютно бесплатна для родителей. В 2021 году время подачи заявки на сайте leto.yanao.ru сокращено в 3 раза, с 20 до 3 минут. Ямальцы могут задать интересующие вопросы о летней детской оздоровительной кампании по телефонам горячей линии, номер на экране, с 8:30 до 20:30, а также следить за актуальной информацией в социальных сетях Центра организации детского и молодежного отдыха ВКонтакте и Телеграм. Идет второй этап реализации окружного проекта «Чистый Ямал», приняв участие в котором можно улучшить экологию вокруг себя и выиграть в лотерее интересные призы. Напомню, горожане предлагали свои экологические инициативы в зеленых офисах. Все идеи прошли экспертную оценку на предмет возможности реализации, обсуждения общественниками, и теперь пришел черед голосования за проекты, которые будут реализованы. Ни одно предложение, ни одна идея без внимания не остались. Во время первого этапа сбора общественных инициатив зеленые офисы активно работали и в Лабытнанге, и в Харпе.
Завтра стартует викторина «Чистый Ямал». Каждый житель может принять участие в этой викторине. Возрастное ограничение с 14 лет, то есть даже 14-летний подросток может принять участие и получить ценные подарки, такие как, допустим, Яндекс.Станция, худи и многое другое. Викторина «Чистый Ямал» будет проводиться в зеленых офисах, которые расположены в поселке Харп, это Левша, и в городе Лабнанге, это молодежный центр, а также на пикетных точках в магазине «Пятерочка», а также каждый житель может принять самостоятельное участие на сайте «Живем на севере», ответив на вопросы и приняв участие в голосовании по экоинициативам. Проект «Чистый Ямал» реализуется в округе в рамках года экологии, который объявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Сбор экоидей проходил во всех муниципалитетах Ямала на протяжении 2,5 недель. Активисты молодой гвардии партии «Единая Россия» и представители местного отделения организовали флешмоб в поддержку российских солдат, которые участвуют в спецоперации на Украине. Присоединились к флешмобу сотрудники Росгвардии. Подробности в следующем репортаже. Идею предложил Георгий Бакарев, активист молодой гвардии, член политсовета. Молодые коллеги поддержали инициативу. Совместно с Росгвардией приняли участие в патриотическом флешмобе и развернули российский триколор в виде буквы Z. Активисты молодой гвардии организовали флешмоб совместно с партией «Единая Россия» и при поддержке управления Росгвардии Янао. Символики «З» за свободу, за мир, за победу в виде триколора российского флага. Я решил принять участие во флешмобе для того, чтобы поддержать российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Мы за мир. Мы, сотрудники Росгвардии, отдела внешней охраны по городу Лабытнанге, поддерживаем наших ребят, выполняющих поставленную задачу на территории Луганской и Донецкой народных республик. Мы за наших. Поддержка для российских военных важна, и выразить ее можно любым способом, таким масштабным или маленькой наклейкой на машине. Анастасия Шаховцова, Сергей Антропов, Эдуард Захаров. Программа «Время местное». Обращения граждан органами местного самоуправления принимаются в самых разных формах. Один из вариантов – телефонные звонки, отвечает на них дежурный по городу. На этот раз им стала заместитель начальника управления по труду и социальной защите населения Марина Волигова. Какие темы волнуют горожан, расскажет Альмира Новоселова. Отдых неработающего пенсионера. Какие варианты и условия? Такой вопрос задала первая звонящая. Тут же дали ответ. Получить компенсацию части расходов от приобретенной путевки могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60. Раз в 3 года до 3 недель отдыха в российском санатории возмещается 70%. Но из расчета в сутки не более 1960 рублей. В текущем году вы встаете на следующий год. И вот как раз вы самостоятельно приобретаете путевку и обращаетесь к нам уже за компенсацией. Но предварительно надо обязательно быть в очереди. Можно ли претендовать на различные льготы? Наиболее частый вопрос, волнующий горожан. К примеру, одна из звонящих интересовалась, может ли получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Моя соседка получает от соцзащиты деньги на оплату коммунальных услуг. У нас с мужем тоже не такая огромная зарплата. Можно ли как-то получить деньги, если есть небольшая задолженность по оплате? Вам предлагаю обратиться к нам в орган социальной защиты, либо через МФЦ, или через госуслуги, на предоставление субсидии. Субсидия полагается независимо от категории граждан, именно зависит от дохода. Выплата предполагается, если определенный уровень дохода меньше установленного для назначения субсидии. Каждому звонящему дежурный по городу рассказала, что подробную информацию о выплатах можно найти на сайте окружного департамента социальной защиты во вкладке «Информационный киоск». Кроме того, можно звонить в колл-центр по номеру 8 800 2115 в рабочие дни с 8 до 20 часов. Альмира Новоселова, Николай Снегир, программа «Время местное». 5 лет со дня образования отмечает Лабытнанское хуторское казачье общество. Казаки собрались в ДК «Строитель», чтобы не только поздравить друг друга с праздником, но и подвести итоги работы за прошедший год, обсудить насущные вопросы. На казачьем круге общевойсковом совете казаков побывала Рая Ермолаева.
Поздравить хуторское казачье общество городского округа с юбилеем, поблагодарить за их нелегкую работу собрались в зале почетные гости. Одна из них – Елена Глущенко, заместитель главы администрации города. Она подчеркнула, что казаки являются примером для подрастающего поколения, передают детям жизненные ценности, традиции. Отношение казаков к родине, как великой ценности, проверено временами. Верность, доблесть, мужество, надежность – все эти качества отличают казаков. Отрадно, что и в нашем муниципальном образовании проживают такие люди. Казачий круг – это высший орган власти, главное собрание у казаков. На нем подводят итоги за год, принимают новые законы, уставы, а также зачисляют желающих в казачье общество. Наши казаки подготовились к присяге. Сегодня мы принимали присягу. Принимали присягу в храме Петра и Павла в городе Салехарде. Все было торжественно. Сейчас казаки выскажутся, скажут атаману напутственное слово, поставят задачи. Я скажу все надо, поздравим их, вручим им грамоты, медали. Как всегда, все хорошее заканчивается приятно. А вот и сами приятности. На казачьем круге активистам вручили благодарственные письма за их успешную работу, профилактику правонарушений, вклад в развитие казачества. Сегодня хуторское казачье общество городского округа – это 85 неравнодушных людей, достойных защитников и тружеников. Из них присягнули на верность России, казачеству и вере православной 7 казаков. Рая Ермолаева, Эдуард Захаров, программа «Время местное». В Лабытнанге разыграли кубок золотой шайбы. На льду «Авангарда» спортивные баталии не утихали 5 дней. Клюшки на льду скрестили 7 команд Ямальского, Шурышкирского районов, городов Надым, Салехард и Лабытнанги. В воскресенье прошли финальные игры, которые определили тройку лидеров регионального турнира. Лабытнанским хоккеистам, к сожалению, в этом спортивном поединке так и не удалось отвоевать победу. На чьей стороне была удача, расскажет Светлана Кель. Их едва видно из-за борта ледовой арены, но играть хотят и умеют. Последними победную шайбу разыграли лидеры турнира «Арктик Тур» и «Ямал-2011». Исход этой встречи непредсказуем, команды равные по силе, так что сильнейшего определила удача. Сейчас мы пропустили одну шайбу, сейчас забили нам гол. Сейчас очень напряженная игра, мы собираемся на первое место. Нам сказали играть агрессивно, чтобы забить больше голов и выиграть этот финал. Мы не обязаны его проиграть. На льду играют хоть и дети, но их напору и силе спортивного духа могут позавидовать взрослые хоккеисты. На турнире силовые приемы под запретом, а вот опасные маневры никто не отменял. Но дымчане придерживались тактики «игра на удержание и точные броски». Игровые моменты были реализованы. Салехардцы пропустили 3 шайбы. Но и в ворота соперника ребята успели забить пару голов. В преданных фанатах пока только родные и близкие друзья, но трибуны ревут, а значит, юные спортсмены из окружной столицы просто обязаны достойно продолжить игру. Барабан придает азарт, адреналин в кровь и как минимум перебить тех, кто против нас играет. Игра очень напряженная, это принципиальный соперник на протяжении уже последних 3 лет. Вот, выигрывают то они, то мы. Вот, ездили недавно в декабре к ним в гости, выигрывали там на турнире у них. Сейчас вот стараемся здесь выиграть. Игра очень принципиальная. Мы болеем за Ямал, за наших и дальнейших им побед. Чтобы они... Если сейчас Ямал поднадавит, мы возьмем первое место. С такой мощной группой поддержки шайбы просто обязаны были залетать в ворота соперника. Только вот Арктур поймал кураж и не отпускал его до последних секунд матча. А соперник достойный, мы с ним всегда боремся. Что у нас было трудный матч, что у них счет получается 3-2. Это получается 2 команды равные. Больше повезло нам. Это, наверное, была командная игра и удача немного. И немного мастерства.
Золотая шайба – это 7 детских команд. Впрочем, масштабными состязаниями региональный проект не ограничен. Цель шире – сделать хоккей доступнее. Ребята уже больше практики у них сейчас, которые на льду. Например, Артур и Ямал 2011. Мы с ребятами разговаривали, чтобы они следили за своими позициями, за амплуа, на которых они играют. То есть если это вратарь-вратарь, нападающий, но нападающим следит. И запоминали их действия, и потом перевоплощали на тренировках и в дальнейшем в игру. На льду лучшие из лучших, сильнейшие из сильнейших. На протяжении 5 дней ребята отважно боролись за победу. Одним повезло, другим чуть меньше. 2 призовых места поделили между собой салехардцы. Кубок победителя отправился в Надым. Светлана Кель, Григорий Волков, программа «Время местное». Город Лабытнанги стал местом проведения общего собрания представителей Федерации хоккея «Ямала». В повестку было включено 7 вопросов. Главные из них касались отчетов деятельности за прошедший год и избрания президента организации. Подробности далее. Они впервые собрались вместе за последние 3 года. Пандемия вынуждала общаться онлайн. Теперь есть возможность встречаться лично. Первым делом обсудили итоги прошедшего года. Эмоции, конечно, только положительные. Да, как мы знаем, хоккейное внимание у нас получил такой новый толчок, рывок в прошлом году. Мы вошли в национальную молодежную хоккейную лигу, то есть это появились такие очень такие активные и дальнейшие перспективы для развития хоккея тех, то молодого возрастающего поколения, да, которое занимается видом спорта хоккея на Ямале. То есть до этого у нас было ограничение до юшки, вот, до юниорского хоккея. Сейчас это все пошло выше и выше, и уже до 21 года, так скажем, тоже молодежь. Это уже полмолодежка, то есть полноценные, как сказать, ну, взрослые мужики уже играют в хоккей, так это назовем, да. Знаковое мероприятие еще тем, что у нас отчетно-выборное собрание. У нас практически более 3 лет не было президента. Сергей Иосифович ушел в отставку в связи с переводом на другое место работы. После этого было достаточно много кандидатур, которые хотели, стремились, но по тем или иным причинам вот этот факт не состоялся. Сегодня общественность, Федерация хоккея предложили кандидатуру, которую, я думаю, я так предполагаю, что устроит всех. Сергей Дегтярев, начальник управления межбюджетных отношений окружного департамента финансов, настоящий профессионал, человек близкий к спорту и хоккею, обладатель наград различных уровней, гражданин с активной жизненной позицией. Так его охарактеризовали присутствующие. Он представил большой план работы на будущее. Прежде всего, это продвижение хоккея, популяризация как основного базового вида спорта на Ямале. Я практически уверен, что это тот вид спорта, который на Ямале, что называется, может выстрелить. Потому что на самом деле дети у нас талантливые, детей у нас много, возможностей миллион, шикарные объекты, есть грамотный тренерский состав. И я думаю, что мы сможем воспитать тех детей, которые потом в дальнейшем, да, будут прославлять наш Ямал. Также были избраны состав Совета Федерации рабочей группы. Ирина Якубова, Сергей Антропов, программа «Время местное». В воскресенье в спорткомплексе «Полярный» прошел последний тур Заполярной золотой лиги по мини-футболу. Почти полгода 10 команд из Лабытнанги, Салехарда и Приуральского района боролись за победу. Именно последний тур определил чемпиона 3-го сезона игр. Подробности у Карины Щербаковой. Для салехардской команды «Факел» это был решающий день. Футболисты боролись за первую строчку в турнирной таблице. Настрой на победу добавил игрокам азарта. Первый период для них начался удачно. Лабытнанская команда «Заполярье» пропустила гол. Заполярная лига «Золотая» всегда славилась хорошими командами. В этом году не стало исключением. Те команды, которые зашли в серебряные лиги, казались неплохие. Каждая игра тяжелая, да, и планировали попасть хотя бы в тройку призеров, ну, вообще выиграть думали, но сложилось так, что сейчас где-то в районе 5-го места, ну, так сказать, в середине таблицы. У нас несколько человек уехало, которые были костяком команды, сложилось так. И, в общем, мы немножко ослабли в этом году. Молодежи надо подтягивать побольше. Ну, в следующем году мы постараемся это исправить, усилиться.
Во втором периоде футболисты из окружной столицы продолжили атаковать ворота соперников. Уже на 11-й минуте счет стал 3-0 в пользу команды «Факел». Но лабытнанские игроки решили не сдаваться и усилили свою атаку. Команда вывела на поле пятого игрока и изменила результат матча, забив 2 гола. Тем не менее, преимущество осталось на стороне салихардской команды. Очень сложная игра была. Мы вели 3-0, но у нас в конце они стали играть пятого игрока. И, соответственно, они забили два мяча. Это очень было сложно. Мы боролись до конца и, конечно, выиграли эту решающую игру. Несмотря на победу в матче, команда «Факел» заняла 2-е место в турнирной таблице. Салихардская команда «Восход» опередила их на 2 очка и стала чемпионом этого сезона. 3-е место досталось команде «Приурале» из Аксарки. Что касается лабытнанских команд, то они расположились в середине турнирной таблицы. На 5-м месте – «Заполярье», на 6-м – команда «Ямал», а на 7-м месте оказались игроки из «Штурма». Награждение команд пройдет уже в новом сезоне – перед стартом следующих игр. Карина Чербакова, Сергей Антропов, программа «Время местное». Это все на сегодня. Далее прогноз погоды на завтра. Заходите на наш сайт lbtv.ru и подписывайтесь на группу во всех популярных социальных сетях, в том числе на новый канал в Telegram. Спасибо за внимание. Всего доброго и до встречи в эфире.